Разводить лягушек в неволе так же легко, как и ухаживать за ними. В домашних условиях они могут давать потомство 4 раза в год. Самцы обычно меньше самок. В брачный период они меняют окраску, становясь более темными. У самцов крупнее глаза и мозг, а значит и все органы чувств развиты лучше. Также у них отличаются передние лапы. Спереди у самцов брачные мозоли. Горло черное у самцов. Так как они живут в неволе, период размножения у них сбитый, поэтому к стимуляции к разведению друг от друга рассаживают террариум, понижение температуры, повышение влажности. Для создания любовного настроения достаточно на 2 недели сначала понизить, а затем повысить температуру в террариуме. Чтобы привлечь внимание подруги, самец громко поет и танцует. Он принимает изысканные позы и помахивает лапками. К сожалению, брачные песни жаб исполняются ночью и могут мешать сну хозяев. Как только самка выберет достойного партнера, пара ищет место для спаривания. Самцы начинают издавать звуки, призывающие самок. Разведение произошло хорошо, значит, происходит спаривание. Самка откладывает икру. Приблизительно через 2 часа после спаривания самка откладывает икру. Ее следует немедленно переместить в отдельный резервуар, потому что лягушки прожорливы настолько, что не прочь полакомиться собственными детьми.